Мои прекрасные друзья, наши с вами ирисы и клубника в сметане, почти Доронина Таня. Рекомендация. Если в женете берете, берите только в стеклянных банках. А вообще у фермеров самое лучшее. Ну и мед акациевый тоже неплохо. Так, у нас тут ящик от греческих каких-то овощей, а клубника болгарская. А на самом деле я так устала, хотела вам показать такую клубнику. Она мне так похожа на сову, на вам. Это не знаю, на кого похоже, тоже с пимпочкой. А это вообще непонятно, на что похоже. Вот это. Хочу вас повеселить. Ради этого все сняла. Ну, а потом слопаю с медом из акации клубнику в сметане. Ну что, интересно? Вот такая у нас совушка клубничная. Обнимаю вас красотой и любовью. Чао-чао, мои прекрасные друзья. Или закончите рисами, как у Ван Гога. У Моне тоже были рисы. Давайте так красиво. Или нет? Нет, давайте клубника. Обнимаю вас ночью клубникой, сметаной, медом. Чао-чао, мои прекрасные друзья. Да, в деревне тяжело жить. Устаешь.